Мне показалось, что я только что пережил катастрофу. А тебе? Несомненно. Аманда уже внутри, а дверь запечатана. Наши действия. На стене вход в вентиляционную шахту. Вентилятор вращается, она включила питание. Как ты попадешь внутрь? Так или иначе. Самый ненужный момент, когда он вырезает. А что это? О-хо-хо. Вселяпан залью специально. Что? Залью вселяпан. Ну что? Суровый довольно уровень-то. Но он больше суровый по загадкам. По прыжкам. Так что тут ничего страшного, что тяжело. Да. Главное, Англию тяжелую не поставь в последний уровень. Блин. Спасибо. Что я пугаюсь? Адреналинчика заказывались. Скверняет советские знаки. Негодная лавка. Не, мне интересно, почему страна Казахстан ответила на вторжение наемников на их территорию, вооруженных, которые ворвались в охраняемую базу, даже если на этой базе ни черта не было. Как ты? Прыгунья стрекоза, конечно. Здесь холодно. Серьезно? Ну попрыгай. Ой, ёса. Надоть. А как надо? Спейс, чтобы прыгать выше и дальше. Я понял. Зажимать. Горячо. Я не могу. На Е. На Е. Надо перепрыгнуть вниз. Молодец! Вон аптечка. Похоже, ты все-таки наткнулся на очередную гробницу. Интересно, что он тут делает? Он пытался выбраться отсюда, но замерз насмерть. Какая ужасная смерть для ученого. Тут надо вовремя спейсануть. Да. Молодец. Внутри гораздо холоднее, чем было снаружи. Значит, хорошо работает вентиляция и много дырок.
Хорошо. Спейсануть. Ешнуть. Ешнуть. Можно и эфнуть. Что-то как-то много слишком, я да? Я не уверен, что включать электричество было хорошей идеей. Кажется, кое к чему здесь не подведено питание. Да, и в том числе к обогревателю. Его тут нет! Милочка, это тебе не Майами! Милочка. Я вот бабу... Милочка, вы что? Шибко большое помещение. Что ты нервничаешь? А ты не нервничай. А я нервничаю. Похоже, она нашла только аварийный источник питания. Она вошла через главный вход. Я не думаю, что она была здесь. Похоже, что генератор находится в другой части комнаты. Она бы его включила. Похоже, кончилось горючее. Да, там нужно горючее же подсоединить сначала. Я думаю, что дверь открывает какой-то механизм. Чтобы он работал, нужна электроэнергия. Не помнишь где? Я помню. Предупреждение написано на трубах. Не влезай, бьет. Вниз прыгать. Вон туда, да, да, да. Да нет. Вниз, туда, где там подсетка. Там трубу нужно. А, туда подсетку? Да. Я ж проходил этот момент. Я уж тут сама не проходила. Да? Ну, значит, дальше. Вон туда попробуй. Смотри, Галь, ну блин, ну не шатай ты тут. Ну туда же? Вот, да-да-да-да-да. Ты это совсем не да. Вот и все. Вот так. Дверь откроется. А, теперь надо эту потянуть. Это карта полигона. Очень старомодно. Когда есть напряжение, напоминает карнавальные огни. Чё это такое непонятно? Сфера какая-то светящаяся. Угу.
все. Ты подала меня без снабжения. Генератор включен, ты рада? Да, вообще. Интересно, это токсично? Мне кажется, это охладитель. Но кто знает, что за дрянь могли применять эти русские. Мне бы не хотелось проверять это. Ох уж эти русские! Да, нас ненавидят. Вонь пустить по трубам. По щель по трубам тек. Вниз. Прыгай. Ты... Боже, что мы, ну не на газ же. Саша! Сука, да. Я... Ты тут прыгай, ты что забыл? С этими электричествами, с газом еще ладно, с электричеством ты прыгай. Ты что-то растерялся раньше? Мага, могло быть и хуже. Чего ты делаешь? Красиво ты как. Ох уж эти русские, а? Вот, это обезьянка. На что еще способны русские? Аманда? Черт возьми, Лара, я занята. Я вижу, ты сменила имидж. Значит, это ты была в Боливии тогда с Ратландом. Я была везде, и я направляюсь в такие места, каких ты себе даже представить не можешь. И на этот раз ты останешься за бортом. Прости. Мне жаль, Аманда. Если бы я знала, что ты осталась в живых, я клянусь, что сделала бы все, что могла, чтобы спасти тебя. Я тебя умоляю. Я давно махнула на это рукой. Но вот знаешь, что меня действительно беспокоило? Когда, выбравшись, я увидела, что ты ушла, даже не попытавшись... Что там обычно делают археологи? Ах, да. Копают. Мы подумали, что это будет мемориалом. Неважно. Не давайте ей следовать. Мемориалом. Ну зачем мы это сделали? Ты только посмотри на эту пушку. Какая огромная хреновина. Может быть, она тебе поможет? Видите? Вы это видели? Да. У меня даже жуткие помехи на экране появились. Да. Я бы сказал, что это похоже на одну из индукционных пушек, использующих Теслу энергию. Если это вообще возможно. Возможно, ты прав. Мне кажется, эта штука не работает. Ну, теоретически, требуется много энергии, например, от башни на той стороне. Если ты заставишь башню Теслы работать... Никогда не думал, что придется говорить так. Надо придумать, как перекинуть мост через канал. Она где-то рядом. Будет рядом. Лишь Михаил. Она где-то рядом. Куда? Это кубочка. Она вниз. Я вниз сначала. Да,
Играть на хардкоре, конечно, это не мои планы ходило. Ух ты! Вот это да! Не попади под эти разряды. Ты же говорил, что она не работает. Это просто остаточные разряды. Остаточные? Если бы башня работала, ты бы поняла. Если бы я была источником электричества, где бы я находилась? Наверху. Сложно. Довольно-таки сложно. Вот это, да, сложно было? Да. Еще один ученый. Он тоже не смог согреться. Бедные ученые. Они направили Тесла энергию. Можно отсюда обеспечить башню энергией? Без реактора нет. Кажется, это не здесь. Теперь я догадываюсь, для чего предназначены эти рельсы в полу. Что это за шнуры и розетки? Это кабели высокого напряжения. Хорошо, что они отключены, иначе ты бы сейчас стояла в центре небольшой грозы. Сурово. Небольшой? О, боже! Можно и так. Отлично, впереди реактор. Там чуваки стоят. Можно отсюда обеспечить башню энергии? Еще один ученый. Он тоже не смог согреться. Они направили Тесла энергию в артефакт, что привело к огромному выбросу энергии. КГБ остановил работу, спрятал реактор, опечатал лаборатории по секциям и бросил на произвол судьбы ученых, которых не удалось эвакуировать. Весьма характерный ход событий. Что это за шнуры и розетки? Это кабели высокого напряжения. Хорошо, что они отключены. Да что ж такое? Небольшой грозы. За самой не хочет. Отлично, впереди реактор. Тихо. Галя, хилься. Блин, хардкор-то, а? Кажется, он обесточен, но ты могла бы включить его с пульта управления в комнате наверху. Не, нельзя вот это. А теперь надо это... Ну вот это на джеку. На рельсах тяжелые обломки. Я не знаю, как их сдвинуть. Это не важно. Пока на реактор не подается питание. Заряди его, посмотрим, что мы сможем сделать с этим. Люблю это, как сказать. Привет, Лара. Что за... Какого дьявола ты делаешь на этой чистоте? Тихо, Зи. Должно быть, она прихватила наушники, когда делала уборку в твоем офисе. Ты так остроумна, Лара. Знаешь, почему русские назвали свой проект «Карбонок»? Так назывался замок, в котором Ланселот искал Святой Грааль. Снова упоминание артуровской легенды. Легенды, она говорит. Ограниченное слово для узкого восприятия. Ты всегда была ученым, Лара. Наверняка ты чувствуешь себя как дома посреди всех этих хреновин, Тесла. Не больше, чем кто бы ты ни был еще. Русские пробудили в артефакте силу, которую невозможно понять костным умом. И это их погубило. Так что поосторожнее с кнопками. Тебе того же. Но я-то знаю, куда нажимать. Ты научилась читать по-русски? Аман? Она отключилась.
Какого черта ей было нужно? У нее возникли трудности с фрагментом меча, и она не хочет, чтобы все взлетело на воздух. Может быть, было бы лучше, если бы ты сказала ей то, что она хотела. Что ты быстро научился по-русски читать? Еще один несчастный ученый. Он пишет, что около 10 его коллег погибли в ходе эксперимента. Артефакт преобразовал электроэнергию во что-то другое. Ударную волну огромной разрушительной силы. Это мне знакомо. Так почему их в итоге прикрыли? Ну вот, теперь другое дело. Вот это сумасшедший русский, а? Что создали? Напряжения недостаточно. Не пойму, в чем тут дело. Как его сдвинуть, если я не могу к нему прикоснуться? Кабель на твоем крюке изолирован. Точно. Хорошо. Вот как это работает. Красотища какая, а? Пошел по лестнице. Не очень близко, Саша. Так вот, как ты открываешь двери. Слушай, эта техника заслуживает хорошей рекламы. Тесла был гением. Да. Поднимись выше. О, боже, горячо. Что произошло? Реактор должен подавать ток на кабели. А эти рельсы в стене являются очень хорошими проводниками. Осторожно! Да, Саша. Я сразу надо. Там где, да, ты чего? Подожди еще. Осторожно! Не так нервно еще. Это блин. Здорово! Все, что тебе нужно, убрать с дороги панель, и мы в деле. В деле? Точно в деле, а не в деле. Вот об этом я и говорю. Сам дернулся. Щит! Щит короля Артура на казахской базе военной. Что за бред? Это щит. 10 или 11 столетие. Явно найден вместе какая с исконной клюква, частью меча. Клюква? Напоминает герб Ланселота, не так ли? Как называют? Напоминал бы, если бы таковой существовал. О, а это что? Похоже на карту. Изучите ее как следует. По-твоему, для чего Всё? Она была нужна? Может, наш рыцарь не мог отыскать без нее дорогу домой? Или кроме этого фрагмента у него было что-то еще? Думаешь, он спрятал где-то другие части меча? Вполне возможно. Но без ориентира эта карта бесполезна. Я над этим поработаю. Конец связи. Отлично. А, да, то с ней бороться и чуть-чуть. Замерз на смерть, как и другие. Точно, точно. Ну что? Вот этот ключ не скрывается, но... Никогда не испытывал такого счастья! Покажи мне, что он может! Неплохо! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Насрать! Помнишь, как 8 парус? Ай, моя нога, я как-то немножко опалился. Так, ты теперь помнишь, нет, это тебе не нужно. Это мне не нравится. У тебя вот эту фигню нужно притянуть, Саша, помнишь? Вот эта же штука. А, точняк. Даже не буду, а то ты. А то ж. Юби! А чё это я-то? Я не пойду, Саша! Аманда! А, тут серьёзно сложно. Мне жаль, что так произошло. Но мы ещё можем работать вместе. Не было никаких нас, Лара. Никогда не было. Там была только я. Я и вот это. Помнишь? Я прикоснулась к нему, и он потянулся ко мне в ответ. Лучше бы этого не случилось. Я приручила его. Теперь он мой. Немного дружелюбнее, чем тогда в Параисе, не правда ли? Я научила его команде опор. Ты сошла с ума! Она убила наших друзей, Аманда! И почти убила нас! И он спас мне жизнь, когда я научилась обращаться с ним. Весь секрет в более широком восприятии. Но на твоем месте я бы держалась от него подальше. Он может быть довольно обидчивым. Не стою ему на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех, кто ему помешает.
Очень мало, очень мало. Дышим. Дышим глубже. Да, как в природе. Чрезвычайно доверчивый. Корнуолл! Это как, езжайте по М5, потом по А30 до Корнуолла? Никуда не сворачивая. Ну хорошо, посмотрим, кто будет там первым. Ух! Это было круто. Вы открыли новый костюм. О, новый костюм в спальне открыли. Ну, друзья, всем спасибо, всем успехов, всем удачи. Это было сложно, это было вот реально на настоящее совместное прохождение суровое, на хардкоре. Вот, не грустите, не болейте, не скучайте. Всем пока, успехов, лайкайте, комментируйте. Всем пока.